Всем привет, ребят! Сегодня я вам покажу, как так убрить так. И сегодня я всем покажу, как сделать 3D интро за 10 минут. Давайте, время пошло. Видите то, что у нас. Это буду делать через Panzoid. Ссылочка будет в описании. Так, еще. Все, видите, то есть у нас тут уже некоторые готовые. Вот, например, сейчас. Вот это давайте. Нажимаем открыть клипмейкер. Это также работает в... Точнее, на телефонах. Вот. Все, открылось. Ну, точнее, лодинг идет. Вот. Интро. Нажимаем на глазик. Глазик. Это режим просмотра. Все, и нажимаем. Да, я столько немножко пролагала, но как бы да. Вот. Так, все, режим просмотра убираем. Смотрите, теперь дальше. Ну ладно. Теперь дальше идем, нажимаем на вот этот кубик. Name. И вставляете свое имя Тинитун. Многие путают типа Тинитин, ну как-то. Все. Теперь режим просмотра. Сейчас заново. Все, интро готово, и это всего за 2 минуты. Ладно, так и назову видео, как заставить интро за 2 минуты. Теперь дальше нажимаем вот сюда. Мод баланс. Обязательно. Формат МКВ. МКВ. Или веб. Вообще без разницы. Нажимаете старт видео рендер. Вот, все. То есть интро у нас готово, остается просто подождать, пока она скачается, и все. Че, а? Все, давайте подождем. Тем временем наше видео уже прорендерило. Угу. Прорендерилось, так. И скачайте download. Все, спасибо за использование Panzoid. Загрузка начинается. И вот тут вот, короче, справа или вот тут вот у вас каждого по-разному. Чего? Ну, прикольно, вообще звука нет. А, стоп. Друзья. Вот. О, звук есть. Все, давайте заново. Ну все, то есть интро готово. То есть интро за 5 минут. Все. Ладно, ребят. И всем пока. Я вам показал, как сделать интро за 5 минут. И ссылочка на это будет в описании.